Друзья, пока доготавливаются наши перепелочки, буквально пару минуточек, потому что я сняла фольгу. И буквально чуть-чуть пускай зарумянится наши перепелочки. Будем мы кушать перепела с картошкой, то есть на картофельной подушке. Есть выбор для моих членов семьи. Можно кушать с квашеными помидорками. А также сделала я салатик. Фиолетовая капусточка. Заправлена она растительным маслом, добавлен зеленый лучок, петрушечка. А также, пока у нас есть помидорки красные, вон есть, видно, нарезала я кубиками помидорки. И добавила чуть-чуть для вкуса яблочки. Яблочки зеленые, семеренко. Ну, можно сказать, все в равных пропорциях. И фиолетовую капусту я нарезаю, добавляю соль, сахар. И добавляю в капусту вот такой уксус. Уксус бальзамический, но если у вас на данный момент нема такого уксуса, вы можете добавить любые яблочные уксусы, какие у вас есть. Или даже выдавить пол лимона, например, чтобы не терялся цвет в капусте, потому что она туда делается такой темного, прям фиолетового цвета. Вот. Ну и все-таки бальзамический уксус, он работает отлично. Также я делаю, мариную яйца перепелиные. Если есть заказчик, который просит сделать, вот, например, с бальзамическим уксусом, вот я и делаю. Значит, у нас эта бутылочка 250 грамм, она стоит в пределах 50 гривен Украина. И где можно приобрести такой уксус, я его приобретаю в супермаркете АТБ. Перепела трещать, аромат шикарный, но я не буду сильно зажаривать, засушивать именно картошку и перепелочки. Все должно быть сочно и вкусно. Вот наше блюдо и готово. Горячий противень, картошечка, вот видно, и подрумянина, но сильно такая, чтобы зажарена. Я ее не дуже люблю, зажаренную картошечку, но как вы любите, можете так и дольше подержать. И сейчас, почему перепела я не переворачиваю, то есть так и оставляю до окончательного приготовления вот на животике. Они и так будут вкусненькие зарумянені, грудки будут у них зарумянені. А если вы вот перевернете, например, поставите их в противоположную сторону, то есть на хребтовую, на спинку, ну, более суше, более они будут суше. Ну, давайте мы сейчас подивимся на нашу, опа, перепелочку. Горячо, все горячо. Так, сейчас аккуратненько. Вот так. Ух, все мягенькое. Мягенькое мяско, а потому что перепел у нас молоденький. Вот такие вин. Грудиночка все-таки присутствует. Чуть-чуть зажаренные ножки, но почему я не переворачивала, так до самого приготовления все соки, все вот тут в грудиночке. Она по-любому, как курица, постна. Вот. А если мы перевернем, она вообще будет сухая, будет вообще невкусно. Если вы делаете, например, даже с любыми соусами, вкусно, если вот эта грудинка наберет свой вкус. Сейчас мы глянем, что тут внутренняя перепилочка, которая находилась внутри. О, прекрасно, красавица. Прекрасно, красавица. Если вы любите более зажаренную сделать, да, ну, можете сделать и зажаренее. Вот. И так, между прочим, даже вкусняче выглядит блюдо наших перепелов. Ну, кто любит майонезы, мы майонезы не кушаем, можете майонезы, можете уже играть, варьировать вкусами, хозяйка, хозяева, мужчины и женщины, можете делать, что вам заблагоразумится. Можете даже сказать, ну, я делала так. Вот, ложила почти уже при конце приготовления, ложила такими кусками брынзу. У меня есть и фото, я даже вылаживала на Одноклассники и на Фейсбуке. Прям такими большими кусками брынзы, вкус.
вкуснятина, берете картошку, у нас така з привкусом бринзи, можна укропчиком посипати, потім зверху бринзочкою. Буквально там пару минут бринза розтаплюється, вкуснятина. Ну, якщо ви хочете потерти, наприклад, сиром, я думаю, сир сюди в м'ясо, ну, він взагалі ніяк. Лучше вже кушати настояще м'ясо. А сир, якщо ви робите, можете вже зробити з картошкою. Ну, фантазії працюють у кожного по-разному, а скорее всего, что у вас есть в кошику вашему или в холодильнику, вы можете делать блюда такие, что не у каждого есть. Главное, чтобы были перепела и картошка. Самое главное, картошка на сегодняшний день. А дорогие мои друзья, подписчики YouTube канала, а также зрители Facebook и Одноклассники, можете отписаться или показать свои фото. Які у вас блюда? От іменно, які блюда робите ви з перепілочками, їх різнообразне кількість. Є класичні, просто класичні рецепти, як говориться, тяп-ляп і виходить намного вкусно. Перепіл, краще його не забивати ніякими соусами, сильно-сильно не забивати. Якщо він свіже різаний і свіже м'яско, і якщо воно сочне, вкусне, краще би його от іменно смакувати м'ясо. М'ясо там тям-сям, от його забивають вкусами, забивають всякими приправами, щоб воно хоч мало якусь вкусняшку. Так, дорогі мої друзі, мені смачного обіду і вам всього найкращого. Желаю вам, будьте, живіть багато і будьте здорові. Кушайте перепілочок, кушайте м'ясо перепілов. Не перепілочок, вирощуйте перепілочок, кушайте м'ясо перепілов. Ну, якщо у вас нема такої можливості, обращайтесь. З вами я, Хитрук Єліна, і мої перепілочки. От такі м'ясотушечки, які знаходяться на блюді. Всіх люблю, цілую. Аромати такі, що в мене вже слюновиділення йде. О, вкуснячі, прям пахнуть. Всього вам доброго, пока-пока. Люблю, цілую, пока.